Ну и так, значит, что? Подумал и решил. Бахнуть сейчас этих сингалийских соблазнительниц. Если догоню, конечно. Что-то не очень я их догоняю. В смысле, совсем не догоняю. Herr Atlantstam, to deck my hands, you shall greet the Lord of Death. Да, конница атаковать, верхом, лучница, рассредоточиться и пехота атаковать. Значит, спешиваю. Не буду ничего выдумывать сейчас. Не надо плакать. Не было плакать перед тем, как. Теперь уже все будно, деточка. Хоть троих я, наверное, оглушил, и ту уже, слава богу. Ну, вообще-то, ранено. 10. Хорошо, очень хорошо. Ну, соблазнительница одна. Ну, нам хватит. Ну, ребятки, не гордые. Пендерские тяжелые. Пендерские легкие вниз. Бандит, наемник. Наемный мечник, наемный скаут. Вот это так пока что все. Наемный воин. Равенстерские рейнджеры, горец Равенстерна. Все берем. Готово. Управление инвентарем. Шапка. Рваная, драная. Опять все такое. Погнутый. Круглый щит Хускарла. Ну, щит Хускарла. Наверное, оставим себе пока. Пока оставим щит Хускарла. Так. Не буду ничего думать, возьму я вот эту вот штуку эту назад. Компания рыцарей. 145 пленных у них. В основном 59 налетчиков Дешар, бандиты. Едем мы в Нолтар. В Нолтар едем. Причем на фаст тревелом. Раз. Нолтар, в таверну. О. Сейчас тут опять какие-то товарищи будут меня кидать, стрелять. На. Сейчас я выйду из-за угла и ударю тебя колдой. Все. Еще один бежит. Еще есть. Расправились мы с бандитами в Нолтаре. Угу, в таверну. В таверну на Нолтаре. Вековийская охотница на людей. Берем. Hello there. What can I get you, girl? Без разговоров. Сестра Мура, поделиться чем? Ага, спасибо, было интересно. Прощай. 10 копеек. Мы ей подарили такое дело. Она нам рассказала какую-то сказку. Тоже все это было интересно. Комплект бронебойные стрелы. Угу. Луки, шмуки, тут ничего, но в таре хорошего нам нету, не светит. На 500 копеек продали, это на разные товары, сейчас посмотрим. Купим вяленое мясо, сыр. Ну, пока хватит. Уйдем, осматривать город не будем. И, значит, в торбу на фаст-тревеле тоже кого-нибудь наймем. И после этого, возможно, успеем, посетим таверну или Слотас. Ну-ка, расскажи что-нибудь. Пленники. Сингалийский всадник, сингалийский копейщик, воин в Ланскере, сингалийская соблазнительница. Хорошо.
Ну ты-то чего? Стой себе спокойно. Отдыхай. Все. Это лучше пусть он, чем я. Охотник за головами. Все. На торговую площадь. Торговцам оружием. Обычный железный меч продадим. Пендерский большой, сбалансированный. Скорость 88. Длина 152. 9000. Отличный клеймор. Скорость удар 40. Маловат удар. Я бы, конечно, согласился на клеймор. Это дороговат. Может, есть жадный какой-то, или я не знаю, а? 9000. 52 удар, укол 32, скорость 88. А у этого что у нас там? 85, 49, пендерский большой. Пендерский сбалансированный. Требуется сила 15, нельзя использовать на коне. Ну и зачем он мне? И это нельзя использовать на коне. 152, 165. 88, 75, 9000. Неизвестно, какие времена наступят. Не знаю, не буду. Пожадничаю. Может, и зря. Не знаю. Хотя, наверное, смогу всегда купить какой-нибудь. Пендерский, шпендерский, сбалансированный, сбалансированный. Вот они, дети-мочалки. У них 109 человек. Их 135. Вот так вот. И не знаю. Сейчас я, наверное, кину с ними в битву. Угу. Так, подумаю. Итак, подумал, в битву. Все, ты воин, как раз. Так. Конница, верхом, атаковать, пехота, атаковать, лучники, рассредоточиться, наступать, наступать и наступать. Убили, успели убить его. Соблазнительно. Соблазнила всех. Живот попал. Да. Ну ты собака такая, конечно. Получи голову. Не буду высовываться. Сейчас забьют, неизвестно, чем битва кончится. Ну, в общем, пока все нормально. У нас всего 6 убито, 4 ранено. У них 6 ранено, 31 убитый. Моя надежда, наверное, на этих ребят не совсем оправдывается. На Алистера и на этого, на Рейна. Что-то я не замечаю, чтоб они где-то там. Пока что непонятно ничего с этими со мной вообще. Что там лучше, копье или не лучше копье? Ух ты, вот это мне, короче, садануло этим копьем. Все, надо убегать. Их, наверное, уже ранили, этого Сера Рейна и Алистера, что-то про них
ни слуху, ни духу в строке. Бегущая строке что-то, про них ничего не прописывается. Пока что не стрелять. И использовать любое оружие. Держать позицию, сказал. Вы что, только не лучники? Или куда вы поперлись? Стрелы есть, почему не стрелять? Стрелять по готовности. Не спаунится уже. А, один остался тут. Сейчас добьют. 21 раненый. Отлично. Все. Вот это мы неплохо, короче, повоевали, да. Атаковать всеми силами. А, отлично, лучники. Давайте-ка рассредоточьтесь. Конница, наверное, все сверху. Пехота, наверное, атаковать. Конница, наверное, атаковать. Я, наверное, спешусь. Это у меня уже будет где-то 27-26 этих самых. Капельщики. Оглушен, сэр Алистер. Наконец-то появился сэр Алистер. Даже непонятно, может лучше было бы, чтобы он пешком ходил, этот сэр Алистер. Так. Тап. Продолжить. Ага, вот. Соблазнительница. Садник. Копейщик, гвардеец, воинскери, еще воинскери, это воинскерский воитель, 30 человек, а ну это не считает того этого, а, 29, наемный всадник, наемный сержант, наемный воин, наемный мечник, наемник, наемный воин, дешар копейщик,
черт его знает, кого выбрать. Да пусть будет воином. Господи, вот проблемы. Пендерский. Молодой. Пендерский легкий, пендерский тяжелый. Ну вот. И что мы, кого мы возьмем? Возьмем мы, конечно, так. Рейнстерский смотритель. Так. Соленский сквайр. Давай наемный скаут. Вековийский конник. Пендерский тяжелый лучник. Вековийская охотница на людей возьмем. Пендерский пехотинец брать не будем. Налетчик, наемный мечник. Давай возьмем наемный мечник. Атаман разбойника. Ну давай возьмем. Налетчика возьмем. Значит, я думаю, что вот этих всех ребят надо, короче, лесных бандитов отпустить. И тут у нас есть вот эти дервиш, шмервиш, воин, мечник, пустынный лучник, мечник, ветеран-копейщик, воин, дервиш. Вот этих пока отпустим. А, значит, а будем мы брать уже так. Фельдсвенская дворянка. Это у нас кто? Это у нас будет Дева Меча. Фельдсвенская Дева Меча. Берем. Воин. Бронированный секирщик. Хускарл. Гвардеец Рейнстерский. Воитель. Рейнстерский рейнджер. Конечно, берем. Теперь дальше. Кто у нас там есть? Кавалеристка. Наемный воин. Не, возьмем все-таки Хускарла, бронированного секирщика, Рейнстерского гвардейца. Да. Наемных воинов. Все. Остальных мы, короче, всех готово. Так, ну теперь, значит, что у нас есть? Грубая сингалийская. Куда-то улетела, нам там его не надо. Так, теперь, значит, норовистый имперский гундер. У нас есть имперский темный, серый рысак. Шлем, маска, торбы. Чахлый, треснутый, зазубренный, грубые, тяжелые. Тяжелая сингалийская сабля. 35, длина 125. Хорошая сабля. Одноручная, длина 125. Ух ты. Назад. Уйти. Все. Угу. Едем в Сенгал продавать этих ореликов. Быстречку так. Раз. Хоба. Есть. Посещаем таверну. Наемный мечник. У нас этих наемников куча. Сингалийские соблазнительницы, сингалийские всадники, воины, налетчики, рейнстернские, рейнстернские владельцы, сингалийские копейщики. Готово. Теперь на торговую площадь торгуется оружие. Вот это все. Даже вот это изношено. Шлем-маска нам не нужна. У нас там 50, по-моему, у всех. А если у кого не 50, то не надо одевать эту безобразную шлем-маску. Назад уйти. Отряд. Наемный всадник. Рейнджер. Наемный воин. Пендерский бронированный. Пендерский тяжелый. Наемный мечник. Наемный скаут. Где у нас черный? Ниже черный. Черный ниже, 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 ниже. Вековийский. Конник. Все, готово. Отряд. Дюк Джастус говорить. Угу, угу. 5200. Гуляй. 78 тысяч бабла. Готово. И сейчас мы двинемся к замку Кельридан. Может, поучаствуем в битве. Не знаю, как получится. Ну, в общем-то, мне, я уже, как,
начинаю хорошо относиться к сингалийским этим соблазнительницам. Они приносят нам много бабла. Такие хорошие, мягкие девочки, которых мы сейчас так серьезно разрушаем. Не знаю, я не хочу стоять тут рядом с ними. Я поеду, значит, с Орлеон. Если они будут драться, то я, короче, вступлю в битву. А так просто стоять здесь, щелкать курятничком, я не хочу, не буду. Вот, есть лорд Децимус, который сейчас тут может попасть мне. Прям. Значит, мы... Что у нас тут есть? Равенстерский гвардеец. Пусть будет. Фюрсвенская дева меча. Будет валькирия. Значит, фюрсвенская дева меча. Чуть-чуть выше. Кого? Леталдирана. Так, дальше у нас есть наемный сержант, который пойдет в самый верх. Потому что он конечный. Уже не будет дальше развиваться. И стоит дорого. Атаман разбойников Дешар. Тоже пойдет в самый верх. Искатель приключений, но чуть-чуть выше Леталдирана. Потому что он еще будет развиваться. Это будет, так сказать, конница второй очереди. Молодой дворянин Дешар тоже так само. Чуть-чуть выше Леталдирана. Ну и так все остальные. А, дворянка. Ну тоже это ж конница. Налетчик Дешар. Ну, налетчик Дешар самый верх. Самый верх. Солёнский сквар чуть-чуть выше Леталдирана. А вот наемный мечник. Вековийская. Горец Равенстерна. Равенстернский рейнджер. Равенстернский рейнджер у нас пойдет к лучникам. Пендерским бронированным лучником. Сюда вот вверх. Ну вот и все. Пока что так будет все. Сохранюсь. И лорда Децимуса. Культ змеи освободил из плена Джамшидхана. Ха-ха, круто. И не ожидал Джамшидхан. Вот лорд Кассий. Не, ну я за ними буду бегать. Это бестолку, короче. Они будут прятаться в семи крестах. Можно, конечно, попробовать. Лорд Галус, лорд. Осадить замок. Но у меня мало лучников, 19. Даже если я возьму, где-то у меня тяжелые есть, где-то 5. Вековийских охотниц и пендерских черных, если я всех возьму, да? Вообще-то у меня будет нормально лучников. Я смогу, наверное, штурмовать, как заведено здесь, в этом самом, обстрелять лучниками, а потом пустить пехоту вперед. Но их тут 388, бронированные арбалетчики, имперские. Можно было прискнуть, конечно. Но нужен он мне здесь. Не, я подожду пока. Подожду. Сейчас сделаю еще кружок. Может, они все-таки будут Кельритан брать. Ретики опять кого-то вызвали. Да, сдавайся. Лорд Галус. Какой раз ты уже должен сдаваться, а не сдаешься. Так, конница. Верхом атаковать. Лучники. Рассредоточиться. Пехота. Атаковать. Спешивать. Лучников сейчас выставлю на горку. Лучники. За мной.
Имперский гладиатор убил Сарлеонского рыцаря. Вот здесь лучники будут стоять на лодке. Угу. Фух, как они нас валят. Держать позицию здесь. Дервиши тут убивают, короче, так. Как так себе. О, меня вот. Где-то мы не очень сильно проигрываем, конечно, но все-таки проигрываем немножко. Да. Ну так, где-то сейчас покажу примерно один к одному. Ну так, чуть-чуть. На 5 человек больше убили или ранили. Ну, лучники тащат пока. Посмотрим. Дальше будет. Что-то конница заспаунится еще. Да, лучники пендерские бронированные тащат, ничего не скажешь. 9 раненых только, мало, конечно. Дис оглушен, Дис молодец. Оглушен опять Эдис. О, Эдис. Кувалда хорошо орудует. Молодец, Эдис. Надо бы их, наверное, всех садить. Оглушен. Да не, ну пока что рано. Рано. Еще не слабые. Все, побили. 13 раненых. Да, продолжить. О, отныне ты у меня в плену. Застрельщик, арбалетчик, пехотинец, легионер. А всех этих побили, как их называют, гладиаторов. Да, сэр Алистер и сэр Рейн, короче, готово. Управление инвентарем. Ну не знаю, я, наверное, сейчас их опять сажу с лошадей. Но это же не дело, ну что это такое? Их убивают и убивают. Ржава имперская. О, треснутый шлем легионера. 44. Хромой гунтер. Комплект широкий. Имперский пехотный. Ну, а что такой лут? Уже более-менее. Хоть что-то. Будет продавать. Назад. Уйти. Отряд. Кто-то там готов к повышению. Сейчас мы их повысим. Наемный мечник, наемный скаут. Наемный воин, наемный мечник. Валькирия. Ага. Валькирия у нас уже есть одна. Хорошо. Валькирия, это хорошо. Угу. Ну все, едем опять. Там будем саживать в Сингале с коней их. Потому что это бесполезно. Что-то их на лошадях сбивают, избивают. И пендерский тяжелый, пендерский мечник, наемный скаут, вековийский конник. Ну хорошо. А кто это у нас? Ага. Лорд Кассий попал пожирателю. Сейчас пожиратель сожрет лорда Кассия. Эгрим. Что там у него? 495 человек. Ничего, ничего.
О, это много у вас, ребята. Это у вас много. Этих я, конечно, уже не потяну. Император Мариус, это кто такой? Или Атклеон? Да. Что-то я вас, наверное, не потяну. Да, это они едут отбивать этот самый. Наверное, замок. Келлидан, или как его, да? Келлидан едут отбивать. Хорошо, отбивать, отбивать. Сейчас посмотрим, что там с тем Келлиданом. Посадим все. О, опять еретики вызвали. Да что ж такое, я говорю, там дырка какая-то в земле, или что? До самого ада. Так, посетим таверну. Посетим. Ну что ж, посетим. Шо? Заинтересовать вас. Имперский рекрут, застрельщик. Имперский. Пендерский. Имперский. А то. Да. Торговая площадь, торговля оружием. Балансированный, пендерский, большой, мастерский, полуторный, 40 рубящий, одноручная, двухручная, тяжелый. Немножко не то. Зазубренные. Да, на 1300. Шапочка 44. 44, наверное, шапочка мало. 44. Ну да, торгую с броней. На тебе шапочку 44. Назад. Уйти. Не, на торговую площадь. Торговец разными товарами. Сыр. Виноград. Ну так вот. Пусть будет так. Так, а теперь мы, короче, будем их саживать с лошадей. Это бесполезно. Алистер. Ну, ваше снаряжение. Лошадь я у тебя забираю. Вот так просто беру и забираю лошадь. Все назад. Неважно, Алистер у нас. Пехота. Сирен, говорите. О, на ваше снаряжение. Значит, я тебя забираю боевого коня. И сбалансированное турнирное копье. Тоже забираю. Все. И будешь ты, сэр Рейн, неважно, пехотой. Пехота. Искательница приключений. У меня есть еще. Уже есть одна искательница приключений. Так, ну вот и все. И поедем посмотрим, что там происходит в этом, значит... Мне надо этого Галуса выгнать. Да, Галус там же, да, сидит у нас. Чем он там нужен? Сидит, ноет, пышет. Так. Сейчас император Маркус, че Мариус, не очень он там такой. Это он со мной такой храбрый был, да? Ну ладно, лорд Галус, говорит с тобой, лорд Галус. Не пытайся, да. 400. Иди гуляй, нищета. Мне тут уже... По 5, ваши по 5 с чем-то давали, а ты мне 400 все. А ну-ка. Отчаянный дорожный разбойник. А, какой праздник? Мы осаждают крепость и праздник. Ну что? Ты там бегает что-то и никак. Некоторые бойцы готовы к повышению. Я ж жду, что они могут. Хоть где-то что-то там. Наемный мечник, пендерский тяжелый, пендерский бронирован. Ну да, ну все. Ну вроде все, готово. Сохраняемся. Ну что, подождем, может они все-таки влезут в битву какую-то. Тупо стоят, осаждают, все. Тупо осаждают. Ну, поехали.
Долго же они осаждают, это вообще кошмар какой-то. Я уже сделал круг, небольшой, но круг по этим, по Сэр-Леону, по это самое, они все стоят. Ну я не буду здесь стоять, это нету смысла в этом никакого, абсолютно. В битве поучаствовать, это другое дело, а? Стоять. Поедем в Алан-Брей. Посетим таверну. Может найдем здесь сингалийские копейщики. Ну не по 100 копеек, но они такие ребятки. What are your orders, Captain? Ну давай, давай, возьмем их. Сингалийских копейщиков этих. Тут нечего, нечего взять, нечего. То, что нам надо, здесь не, нету этого. Тяжелые топоры, это все классно, но это совсем не то, что надо. Ну что, теперь, наверное, надо в сундук этот самый сходить, в этот Валандрей, и положить туда. Эти вот эти, что там, копья положить в сундук. Нет у них смысла, пока что пусть бегают пешком. А что это такое? Конечно, классная штука вот эта, что они там на лошадях. Но ни один черт ничего не успевает на этих лошадях, еще и к тому же ранят. Так что нет, сундук. Вот значит мы тут сбрасываем. Отличный цвайнвахер. Так у меня цвайнвахер есть. Откуда он взялся? Взялся здесь свой инвахер. Отличный свой инвахер. Нельзя использовать на коне его. Блин. А я не знал, что он мне. Да это, наверное, новое прибыло что-то. Потому что я же говорю, что откуда? Я не помню, чтобы у меня был откуда-то отличный свой инвахер. 54 удар, укол, 158 длина. Скорость 80. Ну хорошо. Нельзя использовать на коне. Ну нельзя. Я сейчас попробую этот свайнвахер. И если, значит, он хорошо все, то я, значит, это самое дам эту, как ее, штуку. Ну, вот этот молот. Дам кому-нибудь. Древкого кому-нибудь из. Ну, из лучников своих, у кого древко хорошо прокачан. Или, по крайней мере, тому же самому сэру Рейну. Да, или тому самому. Ну сколько у него этого самого, у сэра Рейна, говорить. О ваших навыках. 200. 200. Ну все-таки больше, чем двухручная. Готово. Ну, сэр Рейн первый кандидат. Кто у нас там еще есть? Алиса, у него, по-моему, есть эта такая штука. На твое снаряжение. Да, у нее есть эта штука. Правда, отпогнутый. Но все равно. Пусть будет. Так, не важно. От донжа поговорить. В твоих навыках 140, стрельба из лука 160, 140, ну 138. Ну от донжа ладно. Лесли поговорить. В твоих навыках древковая 60. Не-не, Лесли не годится. Ансен тоже Юлия. Ну Юлия, поговорим с тобой. В твоих навыках 115, двухручная 95. Не, ну Юлия тоже не годится. Идис поговорить в ваших навыках. Ну иди сшу. Двухручная, вот и все. Ну тут у него что, один черт. Так, готово. Не важно. И короче, значит, сэр Рейн самый лучший кандидат на это. На эту палку, если что там. Готово. Ну еще Алиса. Алиса. Сэру Рейну можно дать, наверное, это самое. А ну-ка, сколько там у Алисы? Я так и не гляну. Говорить. Или забыл уже что. 153. Нет, конечно, Алиса. Будешь с поломанной палкой бегать. Сэр Рейн первый кандидат на это. Если своим вахером, этим шмахером будет хорошо, то
Значит, сэр Рейн получит длинную эту хрень, которую можно оглушать. Пока нет такого молотка, как у этого самого сэра Алистера. У сэра Алистера, конечно, замечательный молоток. Ну что там, в осаде? Все еще в осаде. Я уже съездил в Валенбрей. Че, как его там? Да, Валенбрей. А, они все еще осаждают. Стоят еще. Да, это безнадежно, безнадежно. Сколько они уже стоят под ним? Под этим замком. Ну и нечего, я же говорю, я хочу замок, чтобы поближе к этому самому был, к Сингалу. А к Сингалу самый близкий, конечно, или вот этот, или вот этот, или вот этот. Ну, чтобы не ссориться с Дешаром, потому что, ну, сейчас я не хочу с ним ссориться. Вот это самый лучший вариант. Ну, значит, едем сюда. Да я сразу ему, наверное, дам этому сэру Рейну вот это вот на ваше снаряжение. На тебе вот сразу я тебе дам. Ты сразу попробуешь, как оно тебе будет. Войдет или не войдет. Что это на лошадях, это нифига. Что-то так вроде у них наметились успехи, но правда даже Федерик был, и этот был второй, как его Джастин там, чи как его Джастус, или как его там. Сингалийский всадник, конечный продукт, вверх. Наемный сержант. Они у меня постоянно погибают, что-то их подымаю, подымаю вверх, а их нету и нету. Каждый новый сержант опять. Какие-то сержанты такие. Сквозь отступник. Ну, это чуть-чуть выше, да. Все, готово. Где-то тут бегает этот пожиратель, чтоб он нас не пожрал. И опять у нас недостаток войск. Левидукс. О, опять месяц кончился. Да я закончу службу. Сразу поеду в Янос. Попробую собрать опять эту бригаду олухов этих. И после этого быстренько опять кому-нибудь на службу. Ну опять, наверное, к Дешару, я так думаю. Там кто его знает. Сейчас посмотрим, как обстановка изменится. Тут городской бандит. Хармант нам не нужен. На торговую площадь торгуют оружием. Торгуют оружием. Отличное большое, 22 колющие. Нет. Не будем мы никого колоть. Рубить мы тоже постараемся поменьше. Так, ну все, назад уйти. Ну а теперь Витас. Витас, да. Куда же еще Витас? Кто его знает? Мористый Рур, могущественный герой, объединил
Наемный скаут, наемный всадник, фельдфейнская, валькирия. Варианка, фельдфейская, дева меча, фендерский бронированный. Наемный скаут, сингалийский всадник. Черные стрелки. Блин, ну черный стрелкой, я же говорю, это только когда у тебя уже будет свой замок, и ты уже тогда сможешь этими. Митас, Шмитас. Не знаю, за кого мне. Сейчас посмотрим. Подумаем, посмотрим, за кого опять. Дешар неплохо, что, они хорошо платят, и это самое. Лунная тень. Буадис. Давайте возьмем Буадис. Ну, с нашей последней. В конце концов, я не считаю бедность приятной капитаны снова просить. И должна снова просить вас позволить мне. Да, конечно, могли бы. Да, да. Понятно, ваше величество. 6 тысяч, хорошо. Берем за 6 тысяч Буадис. Ах, капитан. Well met. Хорошо, пятерых за 480 копеек. Странник Эштон. Стоп, не, ну надо было у них спросить же, у этих ребяток. Может, какой-нибудь сундук в ванне или в Алабрее, а? Почему нет? Могу я этим воспользоваться? Сив лунная тень. Слухи. Очень хорошо, спасибо. Ваши? Рейнджер Серебряного Тумана. Прекрасно, но только что мне рассказывать не поделиться. Спасибо. Поделился. Угу. На торговую площадь, торгуется оружием. А я здесь был? А, не был еще. Здесь на торговой площади. Потому что здесь усиленный щит бессмертных империй. 580. Да, 2500 зашел. Я этим щитом что пользуюсь. Сингалийские стрелы возьму. Ну все, что. Что у нас там Баади, сейчас посмотрим. Сначала торговец с разными товарами. Не будем мы ничего у него брать, потому что брать нечего. Пшеницы своей, ну, вагон. Уже даже не знаем, куда девать. Ну все, посмотрим Буадис. Так, Буадис. Что ты нам себе там представляешь, Буадис? Поговорить с тобой. О, она пехота, хорошо. У ваших навыков, Буадис. А, древковая 325. Стрельба из лука 240. Сильный выстрел тройка. Атлетика пятерка. Владение оружием 6. Да ты Буадис, вообще классная баба. Древковая 325. Метание 330. И стрельба из лука. Готово. На твое снаряжение. Джариды. Длинное рыцарское копье. Нахрена оно ей нужно? Длинное рыцарское копье. Рыцарский треугольный щит. Ну, нормально. Вот так вот. Буадис, так все нормально. Значит так, не важно. Будешь ты, где этот сэр? Сэр из СССР. Кто он там такой? А, Рейн. Говорит с тобой Рейн. На твое снаряжение. Дай мне свою эту штуковину. Я даю ее Буадис. Буадис. Поговорю с тобой. На. Твое снаряжение, Буадис, вот это тебе, вот эту вот штуковину даю. Ты пока будешь у нас пехотой. Но вообще, сейчас мы едем к тебе за луком. Сейчас мы едем к тебе за луком. Да. Может здесь какой-то дешевенький купить лук, короткий композитный. Какой за 700 копеек. А потом это самое. Вот длинный есть 25. И короткий композитный 25 урона. 86, скорость 80. Здесь скорость 84. Да давай вот это возьмем и короткий композитный лук. Стрелы есть. И металлового бросалого в ней какой-то есть. Да. Отряд, где ты, Буадис? Буадис, поговорить с тобой. На твое снаряжение. Вот я тебе даю лук. Эту палку, которая тебе, она без щита. Тебе не нужна эта палка. И
комплект сингалийские стрелы. В общем, у тебя хорошая это самое. Если тебе на голову что-то надо найти такое. И ты вообще была бы классная девка. То не важно. То. Щит можно, наверное, продать. Да ладно, пусть пока побудет. Все, куда мы там двигаем дальше? Где мы там еще не были давно? Я на ЦЕС. Давайте в ЦЕС поедем. Едем в ЦЕС. Змеи еще не отдать еще кого-то. Когда это вот ЦЕЗа вечно змеи болтаются. Некоторые бойцы готовы к повышению. Наемный мечник, наемный скаут. И сингалийский копейщик, сингалийский всадник. А наемный скаут, наемный всадник. Бладис поговорить. Ваших навыков, Бладис. Тренер четверочка, тактика пятерочка, перевязка 4, хирургия, первая помощь 5. Грабитель 0. То оно ничего, такая хорошая, Бладис, пойдет оно. Угу. Сохранимся в ЦЕС, посетим таверну. Всадник изводит джату, не будем брать всадника, изводит джату. На торговую площадь торговля оружием. Большой метательный гафлаг. Дробящий стальной полиэкс. 43 оглушающий, 25 колющий, скорость 75. Ну вот это то, что нам надо. Это то, что мы сейчас дадим, как его, скажите мне, этому сэру. Угу. Отряд Сержей поговорит на ваше снаряжение. Вот тебе флаг. Назад не важно. Готово. Так, на торговую площадь. Торговец с разными товарами. Колбаса, рыба, мясо. Назад, назад, уйти. Ну и шо? Осталось с кем-нибудь посражаться, испробовать в деле Бладис и, значит, наших пехотинцев, в особенности сэра Рейна, с его новым этим гафлаком, или как он там называется. Ага. Ну, это уже все будет, наверное, в следующей серии, да. Ну, а пока что все.